Здравствуйте, меня зовут Варвара, я директор Сан-студио Гонконг. Я открыла Сан-студио Гонконг в декабре 2011 года. И это не первый мой бизнес на этой территории. Ранее я была владелицей модельного рекламного агентства. Я очень люблю этот город, и меня, как девушку, в нем особенно привлекает эстетика и дизайнерский настрой во всем. Это предпринимательский город, и люди здесь с готовностью хватаются за любые идеи и свежие решения. Поэтому услуги центра УФ печати и дизайна Сан-студио шикарно вписались в настрой и веяние города. Гонконг – центр международной торговли, и мы принимаем заказы не только от гонконгских клиентов, но также из других городов Китая и даже стран Азии. Например, сейчас мы занимаемся проектом отеля в материковом Китае для сети отелей Шангри-Ла. Мы, кроме того, занимаемся дизайнерской мебелью, и недавно наша студия из акрила взяли золото на одном из местных дизайнерских конкурсов. Это очень приятно, мы считаем это очень большое достижение.